Всем привет! На сегодняшней свадьбе Алексея и Лизы будет сказано очень много слов в адрес молодых. Я решил встретиться с гостями перед этим мероприятием и задать им несколько вопросов. Скажите, какой праздник мы сегодня отмечаем? День рождения. День граненого стакана. Новый год. Какие эмоции вы испытали, когда узнали о предстоящей свадьбе Алексея и Лизы? Жалость. Если честно, все равно посредственно. Неудивительно, как бы. Казнить. Нафиг. Эмоции, я бы пришла бы им всем, бы надавала бы по ушам. Да никаких. Абсолютно было все равно. Так как меня это никак не касается, и поэтому... Жалко их, ребят, жалко. Что планируете подарить молодым? Какие запчасти, инструменты, коробки, двигатели там? А, коврики, очки мамины. Всякий хлам. Ролики, коньки... Даже самоката, да. Всякие ротбанты, пескобетоны. Что еще? Ламинат, плитка. Горюче-смазочное. А все, что выкинуть жалко, дома мешает. Как вы думаете, кто меньше всего подарит сегодня денег? Ну, я, наверное. Я? Ну, наверное, я. Я просто не в курсе всего списка, поэтому... Какая музыка подойдет для первого танца молодых? Женщина, я не танцую. Она в Питере пить. Pain without love, pain can't get enough. Инс-инс. Ты дэнс. А потом ты-ты-ты. Потом опять дрэнс-дэнс. Чё-то типа того. Тут можно фантазировать. Просто... Да, без конечности. Опишите в двух словах жениха. Пузо, уши, не знаю, нос какой-то большой. Красавчик. Блондин такой, с бородой. Маленький, толстенький, пузатенький, лысенький, вот. Опишите в двух словах невесту. Лиза такая, она пусячная. Худенькая, с высокой прической. Большая силиконовая грудька. Брюнетка с большими глазами, очень симпатичная, имеет много татуировок, такая прямо секси. Тут и губы, и там какие-то неаккуратные сиськи, но нет. И умная, и прическа такая. Худой стройный нос, а сама такая, по-моему, она такая. Насколько я видела последние. А, губы такие. Мулатка слегка, губы такие красивые, глаза. Волосы. Очень-очень. Мне нравится. Что Лизе следует добавлять в еду, чтобы она нравилась Лёше? Винтики, гаечки всякие, проводочки. Ну и так по мелочи. Можно добавить немножко бекона. Болтики, винтики всякие. Ключики на 12, на 10. Сколько планируете сегодня выпить литров алкоголя? 200 там что-нибудь. Нет, ну... При желании-то можно и СССР 120, наверное. Не знаю, может, литров 150, что-то такое. 250. Не знаю, может, литров 30. Ну, 150. Я точно не знаю. Литров 300. Пожелайте что-нибудь нашим молодым напоследок. Ну, желаю хорошей, счастливой семейной жизни и, собственно, чтобы рутина не затянула. И чтобы все замечательно было. Ну, что же можно пожелать? Детишек? Ну, я думаю, не так, как бы справиться, безо всяких пожеланий. Ну, желаю огромной любви. Самое главное, я считаю, любить друг друга. Денег побольше я им желаю, чтобы берегли друг друга, чтобы ценили, чтобы не предавали. Ну, счастье, понимание и терпение. Все. Чтобы жили дружно, крепко, много... Проводили вместе времени, чего в наше время очень, как сказать, не хватает людям. Общение, пускай больше общаются, но быстрее детишек заводят. Долгой совместной жизни, детишек, новый BMW, можно X5, вот, в 53-м кузове с дизелем. Вот, ну и, соответственно, чтобы... Лиза Лёшу не доводила, Лёша на Лизу не срывался, чтобы бензин не дорожал, машина не ломалась. Ну и все было хорошо.
долгих лет совместной жизни, любви, счастья, детей, естественно, хорошей работы, чтобы ни в чем не отказывать ни Лизе, ни Лёше, чтобы себе ни в чем не отказывал, чтобы машина ездила, дети бегали, Лиза была красивой и счастливой. Желаю им счастья, удачи. Ну, Лёша по-любому скажет, что денег побольше желаю, денег, вот желаю им богатства в их семье,